Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. А сегодня мы поговорим с вами, сейчас скажете, про авокадо, а вот и нет. Мы поговорим не столько про авокадо, сейчас я поставлю, сколько про кожуру. Да, дорогие мои, но прежде чем мы будем употреблять кожуру, ее нужно, вообще этот фрукт, нужно вымыть хорошо. Как и мандарины, апельсины, я мою в соленой водичке. Просто держу некоторое время в соленой воде, потом промываю. Спрашивали за мандарины, пока я буду чистить, вам показывать, как это делаю. Пока я отвечу на вопрос за мандарины. Меня спрашивают, а вот китайские мандарины. Девочки, я не знаю, что такое китайские мандарины. Я давно отказалась китайцев кормить. У меня... не китайские мандарины. У нас государство заключило контракт в основном с Грузией. Мы помогаем Грузии, и мы покупаем у Грузии огромную львиную часть мандаринов. Ну, а я принципиально, я очень люблю грузин. Я очень люблю грузин. Я не знаю, для меня это нация какая-то. Да я всех люблю. Но грузины для меня вообще особенные. Это связано с тем, что у меня и родственники есть грузины не по крови, а у нас моей бабушке мама, вот это, сейчас я вам покажу ее, вот Лидия, вот она Лидия, видите, вот эта Лидия, она первый раз замуж вышла за Казимира, и родилась моя бабушка. Ванда Казимировна Ковалевская. Вот она родилась. Потом она вышла замуж за немца. Вот. И моя мамочка на свет появилась. Вот потом он умер. А она ведь рано вышла за него замуж. Она вышла замуж, по-моему, ей было 16 или 17 лет. Рано тогда отдавали. И причем должен был быть... Ну, я не буду говорить, кто и что, для того, чтобы не пугать вас. Вот, когда он умер, потом ей жениха не могли подобрать долго. У меня такая семья была, надо было подбирать жениха. И нашли грузинского одного княжеского рода парня. Я не буду имя говорить. И все, и потом он женился, и родилась бабушка Люба. Это родная сестричка моей бабушки. Вот так. Когда мама была жива, я часто показывала, и фотографии есть, это ангел. Бабушка Люба – это просто ангел. Вот ангел спустился, для нас это был ангел. И есть ангел. Ей уже за 90, ей 93, по-моему. 93 или 96. Она жива, здорова, и такая она очень активная. Вот, так что для меня грузины это оп и косточка авокадо готова. Ладно, я вот так. Вот такая история, друзья мои. Поэтому я же вам говорю, ГМО, уж моя семья это такое ГМО, что вам и не снилось. У меня еще два дяди потом от бабушки Любы родились. Это не дяди, это уникумы. Это красавцы необыкновенные. Вот. Одного уже нет, а второй он знаменитый режиссер. Не давал мне разрешения озвучивать его фамилию. Не буду. Так потихоньку делюсь с вами. Итак, косточку мы вытащим, очистим. Хотя... И сразу хочу предупредить, что канал Кэтрин Докс – это канал, который может вас задержать на некоторое время, на 10, 15, а то и 20 минут. Поэтому кто спешит, сразу покидает. Ну а кто занимается серьезно фитотерапией, кто занимается серьезно своим здоровьем физическим и духовным, тот, конечно, со мной. У нас такая специфическая публика, у нас все девчонки, мальчишки, все жемчуга, изумруды и бриллианты. Итак, я уже приготовила, я в удовольствие делаю глоток. Я сейчас кофе пью.
Вот. И мне нужно помыть нож. Все, я его помыла для того, чтобы немножко подточить, потому что мне не нравится. Да, кстати, там мне писали, что вы все время с ненаточенными ножами, слушайте. У вас что? Муж не может. При чем здесь муж? Дай бог вам такого мужа, как у меня муж. Дай бог каждому из вас такого мужа, как мой муж. Я вас прошу, не трогайте моего мужа. Написали мне там. Сколько делает мой муж, столько вот, знаете, если алкоголик вовремя точит ножи, это не значит, что у вас есть муж. Вот как-то все изменено. Почему он должен точить ножи, если у меня есть прекрасная точилка? Он мне замечательную точилку купил. Почему он должен ремонтировать электрику, если он может оплатить электрика? Понимаете? Есть вещи, которыми должен заниматься профессионал. Например, электрикой, замены электрики в доме. Я никогда не позволю своему мужу прикоснуться, потому что я хочу, чтобы он жил. Та же самая история с кровлей. Он хотел там заменить на крыше что-то в летней резиденции на даче. Так я запретила, потому что есть профессионалы. Нет сейчас денег, подождем, обойдемся, пригласим. И пусть они нам переделают так, как это нужно. Потому что я не хочу, чтобы он упал. У него нет навыков, но у него есть другие навыки. В своем деле он ас, как директор производства. Он ас. Все, вот он должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому, если ему покажется, что тупой нож, он его наточит. Если мне покажется, я его наточу. Итак, сейчас мы должны удалить вот так вот, почистить вот эту тоненькую-тоненькую шкурку. Она легко отстает, в принципе. Можно еще, знаете как? Но мне нужна вот она тоненькая, вот эта. Вот эта вот, видите, вот. Вот эта тоненькая штучка. Я знаю, что многие ложкой чистят авокадо. Прекрасно, я ложкой тоже чищу, когда мне неохота. Но сейчас мне нужно пособирать вот эту шкурку. Еще раз повторяю, что я в соленой водичке выдерживаю как мандарины. Мандарины у меня не китайские, а обычно это грузинские. Всем советую. Там и кислинки достаточно. Там мандарин – это мандарин. А китайские – это уже не мандарин, это уже какое-то издевательство над мандарином. Я не знаю, у нас китайских мандаринов нет. Но какие в Китае могут быть мандарины? Так, и вот я потихонечку вот так вот, вот так вот. Всю шкурку собираю, она тоненькая. И вот здесь вот хлорофиллы, вот эта зеленая часть, она вся остается. Потому что когда толстую шкуру убираешь, то убираешь вот этот слой, вот этот зеленый, видите, темно-темно-зеленый слой, в котором сосредоточены все антиоксиданты. А это более питательная часть, чем вот это. Итак, вот так вот аккуратно собираем тонкий слой вот этой вот бесценного лекарства. Сейчас я вам расскажу, что это за лекарство. Итак, вот у нас получилось с одного авокадо вот такое количество шкурок. Вот кожура, именно кожура авокадо. Темно-зеленая вот эта часть авокадо, вот ее кожура, она более питательна, чем вот эти желтые, бледно-зеленые части. Во-первых, приготовьтесь записывать. Мы когда-то с вами проходили, что такое каротиноиды, я вам рассказывала, да? Я к этому повторять это не буду. И хлорофиллы, насколько они влияют на наш организм и что они делают. Откройте свои конспекты, там вы это увидите. А сейчас, дорогие мои, я буду говорить о том, что здесь есть просто каротиноиды и хлорофиллы, а что они делают, вы знаете. Итак, она имеет самую высокую концентрацию каротиноидов, даже больше, чем в моркови, которые являются противораковыми средствами и хлорофиллами, которые мы так тщательно выращиваем на подоконниках. Тоже они являются чем хлорофиллы? Я кратко. Строителями крови и детоксифицирующими средствами. То есть против всяких ядов.
вытягивают яды. Богатая биоактивными антиоксидантами, такими как фенолы и флавоноиды. Про флавоноиды я также рассказывала. Кожура помогает бороться с окислительным стрессом. Что это за окислительный стресс? Почему я именно вот это словосочетание выбрала, окислительный стресс? Потому что Иван Павлович Неумывакин нам придумал такую методику шикарную. Хотя первый про эту методику заговорил итальянец, но Иван Павлович Неумывакин усовершенствовал. Это ощелачивание себя содой. Это как раз то, что мы делаем. Мы боремся с окислительным стрессом, дорогие мои, который получил наш организм. Закислился полностью. И вот такое словосочетание я придумала – окислительный стресс. Дальше защищает нервы от дегенерации, дорогие мои. Потому что, судя по тому, когда маты приходят в мой адрес, человек получил напиток, ну, допустим, мандариновый чай с куркумой. Изумительная вещь, он оздоровился. Но он получил информацию. Внизу он написал «мат». Вот редактор мой, когда редактировал, он говорит, ну вот тут я вообще не понимаю. Ну вообще не понимаю. Я говорю, а их ты и не поймешь. Это ж бесы, а у них бесовской язык. Их ожидает только адище и ничего больше. Поэтому вот и нужно употреблять вот это, чтобы защитить нервы от дегенерации. Чтобы заявить очевидное, авокадо питательны. Но если вы думаете, что питание ограничено желтовато-зеленой частью съеденного плода, да, как все обычно, я смотрю видео, все обычно вот берут вот эту желтовато-зеленую часть. Когда кожура и семена часто заканчиваются попаданием в мусорный бак, отбросьте эту мысль. Кожура еще больше питательна. Помимо фруктов, естественной устойчивостью к вредителям и болезням, благодаря своим противогрибковым свойствам, как и мандаринка, вот эта кожура, которые уменьшаются по мере созревания плодов, а вот в кожуре эти свойства остаются. Кожура одного авокадо оказывается кладовой для питательных веществ. Итак, как я вам сказала, что богатство в каротиноидах. Именно каротиноиды, они действуют как антиоксиданты и обладают противоопухолевыми свойствами. А хлорофилл – это кровезаменитель. Вот почему мы, собственно говоря, и выращиваем все вот эти наши изумительные сады. Посмотрите, какие молоденькие, какие хлорофиллы. Посмотрите, какие хлорофиллы у меня растут. И вот, какие у меня хлорофиллы красивые. Ой, смотрите, даже редька дает свои хлорофильчики. Вот такой сад. А тут семечки. Вы проращиваете семечки? Про них будем еще говорить. Вон они у меня растут. Посмотрите, какие красивые. А здесь вот я только-только отваривала свеклу, а это положила, чтобы на замену. Вот это пойдет в салат, а вот это будет замена. Ну и проращиваю. Я разные-разные проращиваю семена. Вот так. Хлорофиллы. Кто на моем канале, тот знает, чем мы занимаемся. Посмотрите, внизу будут ссылочки. Никогда не пренебрегайте ссылочками внизу под видео. Так что вот вам кровезаменитель. Особенно у тех, у кого нету таких замечательных садиков. Вот будем детоксифировать наше тело, будем убирать яды, борется с неприятным запахом, предотвращает рак. У кого был гепатит, у кого проблемы с печенью, а проблемы с печенью из-за грязной крови, вот он ваш чистильщик крови, сумасшедший классный. Обнаружено, что общая концентрация каротиноидов хлорофилла в плодах самой высокой, самая высокая. Запишите это. И чем дальше от семени, тем полезней этот продукт. И знаете, что заметили? Что хлорофиллы и каротиноиды во время созревания этого фрукта
в темной части внутри плода заметно изменились. А вот здесь, ну то есть уменьшились, а вот здесь они практически не изменились. Вы же знаете, когда все созревает, уже хлорофиллы исчезают. Например, в спелом помидоре практически хлорофиллов нет. Почему мы и проращиваем? Нам интересен вот этот зелененький цвет. Это только проростки, проростки пшеницы, проростки сои, проростки подсолнечника, проростки. Ну и хочется сказать пару слов о фенолах и флавоноидах. Вот кожица, она очень богата вот этими биологически активными соединениями, фенолы, флавоноиды. Что такое фенолы? Это антиоксиданты. Они предотвращают окислительные повреждения биомолекул. Действуют как сода. Таких, знаете, есть даже такие вещи, когда идет повреждение ДНК. Вот именно фенолы помогают не повредить ДНК, а также липиды и белки. Окислительное повреждение играет роль в хронических заболеваниях, доказано Иваном Павловичем Неумывакиным. Он об этом звенел, он об этом говорил, царство ему небесное, но его гнобили, его рот затыкали, потому что надо было пропихивать химические препараты через аптеки. Нужно было людей присаживать на гормоны, нужно было людей присаживать на антибиотики и внушать им в пустышке так называемые витамины. И не, чтобы даже они и мыслью своей не думали о том, чтобы в свой рацион впустить авокадо или кожуру мандарина или граната побольше. Ведь об этом не ведется речь ни у одного доктора. Доктор не говорит: дорогие мои, проращивайте, проращивайте все виды семян, все проращивайте и добавляйте в салатики. Вы же посмотрите, что наши люди не научились кушать зеленых салатов. А посмотрите, когда мы едем за рубеж отдыхать. Что мы видим? На тарелке столько зелени. Ну, это у здоровых людей. Поэтому и живут они спокойно себе до 100 лет. И для них это не удивление. Вот это предотвращает окислительные стрессы. Как я уже сказала, да, что такое окислительные стрессы. А что могут, к чему могут привести окислительные стрессы? Могут привести к раку, к сердечно-сосудистым заболеваниям, хроническим заболеваниям. А фенолы, вот эти, которые в авокадо, они вмешиваются в раковый процесс. Потенциально это приводит к снижению риска развития, к размножению этих раковых клеток. Они есть у всех, но суть в том, в каком количестве они у вас присутствуют. Потому что если их в маленьком, если они количестве, то они приносят пользу нашему организму. А если они поглощают все вокруг, они приносят, конечно, большой вред. Так что запишите, что флавоноиды и фенолы. Что, чем занимаются фенолы? Да, вмешиваются в раковый процесс. Потенциально приводят к снижению риска развития рака. Обязательно кушайте авокадо. Теперь запишите флавоноиды, кто не успевал и тогда не записывал, когда я говорила. Это антиоксиданты. Они проявляют противовоспалительную, антикротирующую, антидиабетическую и противоопухолевую активность и защищают, конечно же, нервные клетки от приведения нас в сумасшедшее состояние, то есть от дегенерации. Итак, кожура авокадо. Большое количество содержит биологически активных соединений, чем какой-либо другой фрукт. На каждые 100 грамм фруктов приходится около 0,815 миллиграмм каротиноидов. Это огромное количество. Вам, может быть, числа ничего не скажут, но огромное количество фенольных соединений и большое количество флавоноидов. Именно поэтому я об этом говорю. То, что там есть все витамины, это понятно. Каротиноиды, хлорофиллы. И оно вообще мажется как маслечко, если вы кушаете авокадо, но в нем, в самом авокадо нет столько, сколько вот в этом. А вы скажете, а как же питаться кожурой авокадо? Она очень терпкая,
потому что в ней сосредоточено огромное количество вот этого всего. И она очень, скажем, вяжущая и даже горьковатая. Поэтому ее можно только мелко измельчить и по чуть-чуть добавлять, например, в салатик. Если вы в этот день делаете какой-то салатик, понемножечку, по капельке, потому что она очень терпкая. В ней огромное количество вот этих веществ, которые я сказала. Вот. Очень хорошо, если вы ее высушите и перемолоть. Конечно, хлорофиллы там сразу уйдут, но другие антиоксиданты останутся. И вот эта горечь, горькота нам нужна. Она прекрасно справляется с грибками, а также ее терпеть не могут глисты. Это если в сухом виде. И тоже это будет как приправка к тому или иному блюду. Ну а я вот сегодня буду делать салатик и обязательно измельчу 2-3 кожицы от авокадо. Так что не пренебрегайте, пусть у вас будет также, ну, вы положите в духовку, подсушите и потом точно как кожура мандарина. И пусть у вас будет еще одна изумительная приправка в вашем рационе. Вот. И если, конечно, за исключением, если вы будете фаршировать авокадо, когда мы вытаскиваем все, тогда нам нужна кожица ровная, да, и мы туда все закладываем, запекаем. Ну, а если вы не фаршируете авокадо или без запекания просто, то обязательно измельчайте. Я сейчас буду измельчать, буду высушивать, измельчать и делать такую терпкую вкусную приправу. Таким образом мы будем себя обезвреживать. Добавляйте эту приправку в салатики. Такой специфический вкус. Многим может не понравиться, а многие даже, может, и не заметят. Зато будут оздоравливаться. Потому что наше здоровье зависит от нас с вами, от того, что мы даем нашим родным и близким. Несколько шкурок я сейчас заберу для того, чтобы сделать себе масочку. Да, дорогие мои, я буду перемалывать и делать масочку. Перемалываю вот в блендере. Одну ложку возьму сметаны, одну вот такое количество шкурок авокадо. Вот, и несколько капель виноградного маслечка. Вот такая у меня будет сегодня маска. Ну, не только сегодня, конечно, сейчас у меня будет курс. Я сразу сделаю на 3 дня, потом еще на 3 дня. И будет замечательно. Ну, а я люблю вас, будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.